Всероссийский трейловый забег пройдет в Дагестане в апреле этого года. Для участия в нем в регион съедутся около 1000 человек. Состоится все уже во второй раз. Впервые забег прошел в 2019 году с участием свыше 500 человек. Маршрут предстоящего чемпионата пролегает по территории Лакского, Гунибского, Левашинского, Гергебельского и Унцукульского районов. Запланированные дистанции 21, 52 и 117 километров.